Заходим. Я все поняла. Молодец. Вот бумага, вот ручка. У вас на меня нет ничего. Все улики сфабрикованы. Я не знаю, кто за этим стоит, но я предлагаю нам договориться. Вы же понимаете, что не будете держать меня здесь вечно. Меня ищут. И скоро найдут. Вы совершенно не о том думаете, Валерия Андреевна. О чем я должна думать? Вы должны думать о ребенке. Пишите чистосердечное. Не смейте говорить о моем ребенке. Ладно. Снимайте ботинки. Что? Снимайте ботинки и остальное тоже. Сама. Но ты же сказала, у нас мало времени. Нужно ускорить процесс. Алексей. Давай. А ну-ка. Можно, да? Угу. Ну-ка, не подходи ко мне, а? Убери руки! Так, я Смирнова Валерия Андреевна. Мне нужен врач. Заранее спланировала. Ввела препарат. Повлекло смерть мужа. В здравом уме и трезвой памяти. Признаюсь в убийстве и полностью осознаю свою вину. Ой, очень хорошо. Подпись, пожалуйста. Мне нужен врач. Подпись. Сначала врач. Подпись. Очень хорошо. Мне очень нужен врач. Валерия Андреевна, а врач, к сожалению, уже закончил смену. Но вы можете быть свободны при одном условии, что вы не будете болтать. Иначе вам никакие врачи не помогут.
Недоступно? Мало того, что недоступно, она вообще исчезла. Шилов пошел в отказ. И, возможно, это связано. Вы нигде ее не светили. Ни единого упоминания. Так-то она, конечно, так. Ну вот, например, любовница Шилова могла ее описать. А это прямая связь. Можно мне скромный вопрос? А? Она вам нравится? Одинокая беременная женщина. Просто не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Лучше покажи-ка мне еще раз видео допроса. Да. Видишь, руки опустил. Мимика бедная. Головой практически не вертит. И руки опустил, ну, как бы, ну, во всех смыслах. Это что значит? Значит, возможно, он сдался и готов дать показания. Ну-ка, погоди. Давай-ка еще раз с этого места. Нет, позже, позже, верни. Дай сюда. Да. Да нет там ничего. Просто руку положил на плечо. Просто руку на плечо? Это отвлекающий жест. Вот смотри. Вот оно что. Да. И в это же самое время пропало Смирнова. Перестал выходить на связь. Да, Валерия Андреевна, где же сыскать теперь? Слушай, подойди. Ага, сейчас. Да. Смирнова нашлась. Мой хороший, вы сегодня прошли по краю. Нам чудом удалось спасти ребенка. Лерочка, скажите, вы знаете причину такого своего самочувствия? Или просто шли по улице, стало плохо? Шла по улице. Понятно. Но я надеюсь, вы понимаете, что произошло. И поэтому вы приехали сюда. К сожалению, заставить вас здесь остаться не в моих силах. Это должен быть ваш выбор. Понимаю. Ну, хорошо. Отдыхайте. О, извините. Ничего страшного. Валерия Андреевна, с вами все в порядке? Здравствуйте. Ну, слава богу. А то вы пропали. Я перепугался. Тут еще. Ну. Что? В общем, адвокат передал Шилову какую-то записку. И Шилов ушел в отказ. Валерия Андреевна. Не берите в голову, правда. Вам сейчас вообще об этом не надо думать. Я обязательно сам как-то с ним справлюсь. Разберусь. Вам он... О ребенке своем надо думать. Ладно, я пойду. Вы, ну, поправляйтесь. Все. Да, я... Я рад, что с вами. Да? Пожалуйста, приготовьте меня к выписке. А Алла Григорьевна в курсе? Скажите, что это ради ребенка. Ну что, мне вас порадовать нечем. Нам отказали в новом кредите. А на Валерию Андреевну, к сожалению, надежды нет. У меня на столе уже 5 заявлений. Зарплату выплачивать нечем. И есть большие сомнения, что мы сможем расплатиться по долгам.
Да. Привет. Скажи, а что у нас с наличкой в агентстве? В смысле? Дим, я задала прямой вопрос. Что у нас с наличными деньгами? Извините. Лера, ты издеваешься? Денег у нас уже давным-давно нет. Ни наличных, ни на счетах, ничего нет, ни копейки. Лера, мы банкроты. Я так не катался. Оказывается, я такой уж и старый. Не применяйся. Ну что, тогда партия на бильярде? Как в старые добрые времена, а? С удовольствием. Мы пошли в спа, там, говорят, такие массажисты. Блеск, будем как новенькие. Я ревную. Ревную. Вот так. Давно я тебя таким не видел. Есть причина? Ну, колись, Юр, колись. Я почти закончил главное расследование своей жизни. Ну, а? Ладно. Не хотел говорить тебе раньше, но сейчас, думаю, уже можно. Миш, я напал на след очень серьезной группировки. И там замешаны такие люди, ты себе представить не можешь. В том числе и из ваших. Да-да-да. В общем, в понедельник я получаю недостающие документы, свожу воедино всю цепочку. И, Миша, это будет бомба. Когда ты успокоишься, Юра? Только на том свете. Типун тебе на язык. Слушай, ну ты прости, что я не сказал тебе. Ну как, ты просто не хотел тебе вмешивать, что ли? Ну? А может, не хотел услышать правду, а? Юр, ты же взрослый мужик, а? Вот так. А? Ну должен понимать. Ничего. Ну случись, что с тобой? Лерка без тебя не боец. Юрочка, есть истории, которые лучше не влезать. Миш, не сгущай. Да я не сгущаю, Юра. Вот иди. Я в органах больше 20 лет работаю. И, поверь мне, видел как-то побольше твоего. Ну, остановись ты, Юра, а? Миш, не могу. Это можешь, Юра. Можешь. Потому что это правильно. Потому что ты живой и здоровый. Это правильно. Когда твоя семья в безопасности, это тоже правильно. Юрочка, я прошу тебя, ну, поверь ты мне, а? Ну, к чертям все это, пока не поздно. Юрий Петрович? Да? Там просили передать, что Валерия Андреевна ждет вас у озера. Что, массаж уже закончился? Меня просто просили передать. Ну, спасибо. Так, Юра, Юра. Миш, договорим потом, ладно? Жалко, вы не пошли. Массаж здесь делают феерический. Подожди, я Юрка. Он-то разве не с вами? Нет. Так вы же вместе. Ой, были. Как тут тепло. Он остался с тобой? Все нормально? Да, Лер, да. Да, все хорошо. Я сейчас его приведу. Сейчас. Я скоро. Ой, хорошо, Лерка, иди погрейся.
Лерик! Лера! Юра! Ты в порядке? Что случилось? Похоже, ты мне только что жизнь спас. Пошли-ка отсюда. Пойдем, пойдем, пошли. Юр, я тебе серьезно говорю, ну не дури, а? Бери билеты и валите отсюда, хоть на перекладных. Юрка, мы с тобой дружим всю жизнь. Если мои слова для тебя хоть что-то значит, услышь меня. Если приказ отдан, они его уже не отменят. Вариант один, только бежать. Хорошо, я услышал тебя. А теперь послушай ты меня. Сегодня суббота. В понедельник я получаю недостающие документы. И я смогу отследить вывод денег. А это все. Денежный след – это уже прямое доказательство. Юра. Миш. Юр. Послушай. Они сядут, прежде чем я получу пулю в лоб. Вот так. Только об одном тебя прошу. Лера ничего не должна об этом знать. Никакого выстрела не было. Договорились? Договорились. Ну вот. Лера? Я вас потеряла. Привет. Лера, мы решили немножко прогуляться, поболтать. Хорошо. Ну что, поздно уже, да? Пойдем спать? Пойдем. Конечно, замечательная погода на улице. Просто настоящая зима. Так славно погуляли. Было сказочно. Хочешь вина? Ты ничего не хочешь мне сказать? Слушай, ну прости. Ну, Лера, я понимаю, виноват, должен был предупредить. Ну, что тут прогуляться-то тут в округе-то, ну? Юра, в тебя стреляли. В тебя стреляли, Юра, я слышала. А ты мне сейчас врешь, как ни в чем не бывало, Юра. Тихо. Любимая моя, ну все же хорошо. Все обошлось. Я здесь, жив-здоров. Все, Юра, все позади. Миша говорит правду. Нам надо бежать. Нам надо бежать. Иди сюда. Послушай меня. И запомни на всю жизнь. Никогда никого побег не спасал. Захотят убить, найдут и убьют. А уважение к себе потеряешь. Просто доверься мне, и все будет хорошо. Вот она, в коридоре. Спасибо. Евгения. Здравствуйте. Меня зовут Валерия Смирнова. Я не работаю на телевидении. Шилов убил моего мужа. И мне угрожает опасность. Любая информация о нем могла бы очень помочь. И еще. Я тоже жду ребенка. А моя малышуня теперь звезда на настоящем небе. Нет, нет, не нужно плакать. Врач сказала, что я сейчас могу выносить и родить. Все будет хорошо.
Шилов мне никогда ничего не рассказывал. Но однажды я видела, как он клал какие-то документы в тайник за картиной. Где тайник? Ключи от дома у меня есть. Соображайте, что вы творите, а? Куда лезете? А если бы я пристрелил вас просто так, за здорово живешь? Рука бы дрогнула, и что? Уноси, куда вы лезете все время? Не могли подождать? Я не могу подождать. Я больше не могу ждать, потому что времени нет. И нечего ждать. И ничего не происходит. И там вы ничего не найдете. Слушайте, простите это. Это нервы все. Я, конечно, не должен был на вас кричать. Это тайник! Пуст! Это тупик! Опять тупик! Успокойтесь, нет никакого тупика. Да они все вынесли! Нет, улик никаких! Валерия Андреевна, успокойся, не плачь. Да не плачу я. Валерия Андреевна, не плачьте, пожалуйста. Лер, да посмотрите на меня, ну! Я ж как дипломированный специалист приехал. Вот, пистолетик захватил. Найдем мы улики. Ну, не здесь, так в другом месте. На чердаке, в подвале, я не знаю, в мусоре. Просто будем искать спокойно и методично. Кстати, что лучше всего говорит о человеке? Его корреспонденция. Так, посмотрим. Да что вы там найдете? Рекламу окон? И рекламу окон тоже. О, кстати, реклама окон. Супер окна у нас не дуют, морозостойкие профили. Так, это счета за электричество. Желтые газеты какие-то. Построим водопровод качественно недорого. Благотворительный фонд «Дети за мир». Так, еще реклама. Подождите. Дешево. Я эту картинку где-то видела. Только вот где? Thank you.
Олег Николаевич, простите. Костюм привезли? А? Надо было померить. Свадьба через неделю, вообще ничего не успеваю. Как вам? Ага. Давай это. Давай архив выбивай. Это что за люди? Благотворители фонда помощи детям. Все по разным причинам мертвы. Хороший костюмчик. А? Давай, бегом, давай. Хорошо. Евгения, это Лера. Я вас очень прошу, пожалуйста, уходите из больницы. Вы в опасности. Тот фонд, который на вас зарегистрировали, совсем не то, чем кажется на самом деле. Слышите? Уходите из больницы. Круто выглядишь. Мне нужны все дела, по которым проходили эти люди. Во сколько мне зайти? Вечером. Угу. Хорошо. Произошло. Бедная девочка из окна вышла. Вы видели? Не пережила смерть ребенка. Давно лежит? Да только что. А как упала, видели? Нет, я не видела. Вот молодежь, да? Чего себе. Господи. Располагайтесь, Валерия Андреевна. Не стесняйтесь. Я ничего никому не говорила, я клянусь вам. Молчать! Я же сказал тебе сидеть тихо. Или хочешь последовать за Маркиной? А? Ну? Правильно. Не для этого писала чистосердечная. А может, по карцеру соскучилась? Давай в изолятор. Нет, я вас очень прошу, пожалуйста, не надо. Я сделаю все, что вы скажете, что я должна сделать. Я сделаю. Ну, наконец-то по делу. Подсыпешь Елену. Ведь из-за тебя же он стал так лихо копать. Это яд? Снотворное, но отключает моментально. Пойдешь к нему домой и подсыпешь. Ты меня поняла? Я спрашиваю, ты все поняла? Я поняла. Я вчера звонил. Я не успела ответить. Можно я войду? Ну, конечно. Проходите. Проходите. Все в порядке? Я очень волнуюсь из-за расследования. Вам удалось что-нибудь узнать? Что-то удалось.
Вообще-то я как раз за этим звонил. О, вы кого-то ждали? Нет, это я. У меня сегодня у сына день рождения, и обычно в этот день. Так, давайте как к делу. Смотреть, что удалось выяснить. Через благотворительный фонд проходили огромные средства. Но, что самое удивительное, все самые крупные благотворители вскоре оказывались мертвы. Вот, ДТП, исход смертельный, покончил жизнь самоубийством, умер от инфаркта. Фонд был зарегистрирован на Маркину. Ее использовали в темное, а потом тоже убрали. Эти люди свидетелей не оставляют. Пока не знаю, кто за этим стоит, но им обещаю, я их вычислю. Всех. Поименно. Я вижу, как для вас это важно. И в память о муже… Простите. Давайте я окошко открою. Да, душновато. А, проходите, подышите. Спасибо. Слушайте, если нехорошо, может вас к врачу отвезти? Не-не-не, я сейчас пройдусь, просто вспомнилось кое-что. Это пройдет. Да, память – это такая вещь. Вы знаете, вот, когда все это случилось, ну, когда Никит не стало, я обычно в этот день садился и пил. До чертей. А потом понял, что если вспоминать, то надо как-то с любовью, радостно, без надрыва, что ли. Да. А сейчас вот это, на кухне возился, там готовил. Такие мелочи всплывают прям поразительно. Да. Вот. Слушайте, а может, пообедать со мной? Да, с удовольствием. Может быть, я помогу вам накрыть на стол? О, буду очень признателен. О! Я налью. Вы это отнесите на стол, пожалуйста. И это. Будет сделано. Если у тебя когда-нибудь будет выбор между мной и правдой, ты что выберешь? Ну, дай-ка подумать. А ты? То, что надо. Спасибо. У вас это… тушь. Размазалась. Спасибо. Ну, все. Слушайте, я что-то сказать хотел. Тост… Что-то все из головы вылетело. Давайте просто за вас. Подождите. Я окно закрою, очень холодно. А, пожалуйста, прошу. Вам вообще и все можно. Знаете, Лера, я вот тут подумал, ведь я, кроме вас, это никому сказать не могу. Вот если я стану жить нормальной, полноценной жизнью, ну, это же не значит, что я своих предал там. Это же не значит, что я их не любил или не люблю. Вот, кстати,
Вот Никита. Он всегда за меня так радовался. Он был бы так рад, если я бросил бухать, завязал бы, уехал куда-нибудь, не знаю, там, на море. Простите меня. Господи, вас-то за что? Вы должны ехать на море. Вы должны жить полноценной жизнью. Вы должны честно работать. Вы это заслужили. Олег, простите. Я тоже выбрала будущее. Я выбрала своего малыша. Мне казалось, я поступила правильно, но я ошиблась. Я прошу вас, не пейте вы этот сок, я вам туда снотворного подсыпала. Они уже приехали, я не знаю, что они будут делать, Олег. Олег, слышите меня? Олег. Гоните прямо на меня. Хочу в глаза посмотреть. Продолжаем преследование, не отстаем. Цель приближается. Идет прямо на нас. Ближе. Цель совсем близко. Стреляйте. Еще ближе. Заставили полноваться. Товарищ генерал. Не его надо бояться. Меня. Красавец. Хорош. Поздравляю, товарищ генерал. Поздравляю. Ну все, хорош на сегодня. Банька готова? Так точно, банька готова. Нас ждут. Двинули. Евгений Викторович, а фото с трофеем на память? Ну давай. Давай, садись, мужики. Есть. Ну все, хорош. Давайте в баню. Что там по Ильину? Звонили? Дожмем, товарищ генерал. Не таких ломали. Займись лично. Мне нужны результаты. Давай. Товарищ так генерал, точно. Вас одного. Отлично. Thank you.
Здравствуйте. Я бы хотела узнать, где находится Ильин Олег Николаевич. Его вчера задержали на вашем участке. Да. Хорошо, жду. Да-да, я здесь. Я буду на линии. Я подожду. Лера! О, боже мой, как ты меня напугал. Ты что здесь делаешь? Дверь открыта была, я и вошел. А что происходит? Ничего не происходит. Я занимаюсь домашними делами. Вообще неприлично без звонка. Если ты хочешь мне что-то сказать, говори быстрее, я занята, я ухожу. Авдеев продает агентство. Завтра в час встреча с покупателями. Я так и знал, что ты не в курсе. Лера, это агентство, это ведь дело всей папиной... вашей с папой жизни. Мы не должны допустить, чтобы оно превратилось в помойку. Только ты можешь что-то сделать. Спасибо, что сказал. Я поняла. Лера, это правда очень важно. Чем ты тут вообще занимаешься? Я сейчас должна уходить. Прошу тебя. Хорошо, но ты придешь? Ты очень нужна агентству. И всем нам. Хорошо, завтра в час. Лер, я правда хочу тебе доверять. Видишь, как оно бывает. Сегодня по одну сторону стола, завтра по другую. Советую тебе попробовать. Ну, так чисто, для разнообразия. Ну, это хорошо, что ты не теряешь чувство юмора. Хотя я бы на твоем месте не радовался. Взятка. В особо крупно. Тебе светит от 8 до 15. Нет, здесь правда удобней. И вид лучше. Будем дальше продолжать в таком духе? Или, может, все-таки по делу поговорим? Согласен. А че пришел-то? Если бы меня реально хотели закрыть, этим делом давно бы занималась СБ. Ну вот, приятно иметь дело с профессионалом. Ну, ты же понимаешь, что рыпаться бесполезно. Все будет так, как мы решим. А мы можем посадить, а можем и помочь. Мы своих-то не бросаем. Но если свои... Слушай, Колесо, не трать время. Здесь нет своих. Но это пока нет. А вот с Смирновым мы нашли общий язык. Что с ней? Да ничего. Благополучно живет своей жизнью. Вы что с ней сделали? Мы с ней. Это она с тобой. Ну ты же профессионал, Ильин. А может, ты на нее запал? Не, ну а что? Она баба интересная. Вот только я не понимаю. Нахрена тебе прицел? Что ты сделал, тварь? Отвечай, мерзавец! Ты что, еще не понял?
Это Смирнова тебе подсыпала снотворное. Она специально пришла к тебе домой. Что, результат экспертизы показать? А? Дошло. Это хорошо. Ты посиди, подумай. Только не спеши. И сделай правильный выбор. Как сделала Смирнова.